Добрый вечер, дорогие кировчане. Мы с вами встречались год назад, говорили о каких-то неустроенностях, поменяли власть. Но я хочу сказать о своих ощущениях, что, как мне кажется, Игорь Николаевич здесь ничего не испортил за этот год. Наоборот, самое главное, что и вот и во время доклада тоже его это чувствовалось, наверное, человек никогда не обманет, он не сможет обмануть, когда смотрит, мы смотрим друг другу в глаза. Обо всем он говорит искренне и искренне старается принести своим присутствием муниципальной власти какую-то пользу. Я хочу сказать, что не такая уж она и сладкая эта работа, так я ее знаю, не понаслышке. А прежде всего, для меня лично важен критерий один. Когда я стараюсь как-то или согласовать, или лично подобрать какую-то кандидатуру. Мы занимаемся очень много воспитанием кадров, подготовкой. И больше того, наш опыт оценен и на уровне Российской Федерации. Не случайно я единственный представляю весь губернаторский корпус комиссии при президенте по кадровой политике, потому что наша работа замечена. Но я во главу угла ставлю один критерий – это честность. Сегодняшние впечатления, я еще раз хочу сказать, у меня благоприятные. И я считаю, что если вы дальше будете продолжать эту совместную работу, у вас многое получится.